Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В области повысили зарплату бюджетникам. Изменения коснулись 15,5 тысяч человек. Соцработники с 1 мая будут получать на 25% больше. Сейчас их средняя зарплата 13 тысяч рублей в месяц. Зарплата сотрудников областных учреждений культуры вырастет на 20%. Сейчас она 15 400 рублей. Также на 18% увеличится зарплата работников областных образовательных и медицинских организаций и тех, кто работает с детьми-сиротами. Сейчас они получают в среднем по 20 300 рублей. Педагоги дополнительного образования станут зарабатывать на 6% больше. На повышение зарплаты потребуется 313 миллионов рублей. Как сообщили в региональном Минфине, эти деньги будут привлекать за счет дополнительных доходных источников и финансовой помощи из федерального бюджета. Программа «Экономика». Долги горбюджета выросли за год на 500 миллионов. На начало 2017 года они составили 3 миллиарда 430 миллионов рублей. 42 миллиона из этой суммы – это просроченная задолженность, сообщают бизнес-новости в Кирове со ссылкой на региональную КСП. На обслуживание кредитов в прошлом году из городского бюджета ушло 200 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла почти на 70%. Городу приходится брать новые кредиты для погашения уже взятых. Экономика на 101 FM. А сейчас информация от наших партнеров. Поиск профессионалов при ведении бизнеса становится все проще. Аутсорсинг помогает многим руководителям решить вопрос с качественным выполнением непрофильных задач. Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг, рассказывает руководитель фирмы «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. Бухгалтерский аутсорсинг – это передача функций или части функций бухгалтерии сторонней организации, которая может профессионально оказать данные услуги. Что является преимуществом бухгалтерского аутсорсинга? В первую очередь, эти фирмы несут финансовую ответственность, что прописывается в их договорах. Вторым немаловажным преимуществом и самое, наверное, главным является качественное ведение бухгалтерии, поскольку данные организации ориентированы на предоставление подобного рода услуг. И в их компаниях работают исключительно профессионалы своего дела. Услуги нашей фирмы ориентированы на предприятия с любой организационно-правовой формой и различными системами налогообложения. Подробное описание услуг фирмы «Бухгалтерия» можно найти на ее сайте в интернете и по телефону 24 70 79. «Бухгалтерия» – опыт профессионалов для вашего бизнеса. Доллар сегодня 58 рублей 8 копеек, евро 63 рубля и 26 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.